Это улица Кунаева. Слева вот это высокое красивое здание, это центр ветеранов. Справа кафе Арыс Холл. Слева задняя сторона нашего бывшего кинотеатра, а теперь дворец культуры. Справа детский садик, а слева площадь. Слева площадь. Это парк, который рядом с Акиматом. Слева. Цветы тут какие красивые. Прям туман. Интересно, как же оно будет выглядеть на экране. Слева опять виднеется крытый спортивный комплекс. Справа сквер Кунаева. Справа кафе Аккуран, Белый Орел.
прямо дорога на мост, налево улица Хмелевского. Я заканчиваю съемку.